Thank you.
Молодец, парень, нечего сказать. По чужую, по свою. А мы немножечко продолжаем тему. Хотим сказать, что Мария Царева, певица, и ним спешит нам поведать секрет. Какой же? Какой? На свете жил-был талантливый человек. Я встречу.
встречал человека, который подстригал фонтаны. У него были кожаный фартук, большие мокрые ножницы и деревянная расческа. Он ходил вдоль фонтанов, которых в парке было огромное множество, и ножницы подстригал струи. Вода капельница, она не хотела менять своего направления. Но самое удивительное, что на лице этого человека не было заметно раздражения, скорее даже наоборот. И вот однажды, когда он закончил свою работу, мы встретились с ним в кафе за стаканом вина, и я спросил его, ну почему вы выбрали такую странную профессию? Человек задумался, прищурил глаза и сказал, что на свете есть много профессий, гораздо более бесполезных, чем его. А еще есть профессии, которые вообще никому не нужны. И люди любят все подстригать, подрезать и подравнивать. Это так скучно и неинтересно. И еще улыбнувшись, сказал человек, который подстригал фонтаны, я считаю, что главное в моей профессии, чтобы люди пришли в парк и, увидев мою работу, поняли, что не все на свете можно стричь, уж тем более под одну к ребенку. Музыкальный акт. Знаю.
Немного помолчала, она сказала, нам же негде жить. У нас нет дома. Он рассмеялся и сказал, что у него есть зонтик, совсем новый, который сам раскрывается. Стоит только нажать на кнопку. И зонтик — это прекрасный дом, очень уютный для двоих. Правда, у него нет стен, но зато стоит только протянуть руку, и ты узнаешь, какое на улице время года. Ну, например, весна прошла или все еще идет. То с таким домом, как зонтик, удобно путешествовать. А еще приятно слушать шум дождя, а еще... Но она не стала слушать, что еще. Она ушла к другому, у которого была квартира со всеми-всеми-всеми удобствами. Но, правда, такого зонтика у него точно не было. Человеку два дома. Согласитесь, это же смешно. Но вот прошло время, и она наконец поняла, какой был замечательный зонтик. Это был маленький парашют, ухватившись за который вдвоем можно было улететь далеко-далеко, особенно в дождливую. И она тоскует в своей уже трехкомнатной квартире. Почему? Ну почему? Чем больше квартира, тем дальше друг от друга те люди, которые в ней живут, я не понимаю, почему. А когда идет дождь, она готова броситься туда вниз, чтобы разыскать свой зонтик. Но разве с 15-го этажа узнаешь, какой зонтик твой? Нет, ну хорошо, даже если ты еще не узнаешь, но ведь еще неизвестно, исправно ли сегодня